Тем временем в регионе сдана очередная трасса, отремонтированная по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Путь из Ростова в Углич, а точнее самая проблемная его часть, дождалась капитальной реконструкции. Ранее транспорт преодолевал препятствия по обочине, сейчас же от ям не осталось и следа. Вместе с новым покрытием подрядчик заново проложил все коммуникации. Эта дорога стала 24-й в рамках проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Наряду с национальной работой идут и по региональной программе, уже составлен план работ на 2020 год. Транспортные артерии, ожидающие ремонта, а также те объекты, где уже кипит работа, обсудили на заседании общественного совета при департаменте дорожного хозяйства. На следующий год на картах Ярославской области обновится более 20 дорог. Участок автодороги Углич-Ростов, 35-37 километр, протяженность участка 2,5 километра. Критичный потому, что этот участок входит в туристическое кольцо, золотое кольцо. И данный участок был в ненормативном состоянии, аварийный. В этом году начались масштабные работы в Переславском районе. Мы в этом году приводим порядка 5,5 километров в норматив дороги на горе Берендеево. В следующем году также будем продолжать, будем эту дорогу делать все 4 года.